Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, усаживайся поудобнее, ешь редиску, расчехляй помидоры и самое главное, поставь свой большущий княжеский лайк, напиши несколько комментариев и помоги продвинуть это видео, если тебе не безразлична судьба яйца и моя мотивация пилить для вас побольше видосов, но иногда, к сожалению, идей по поводу записывания видосов по битве замков не приходит. Вот не приходит, заявок на роллинг не так уж и много, многие из вас спрашивают, а где роллинги, где роллинги? Ну вот смотрите, сегодня там написал, кто-то уже поролил, кто-то нет. И, короче, если есть у тебя что поролить, у тебя минимум 50 тысяч самоцветов, у тебя что-то там интересное на аккаунте, ссылочка в описании будет, заявочки на роллинг, туда, короче, долбишь, заполняешь, и я, когда появляется время, с тобой связываюсь и списываюсь, и записываю роллинг. Ой, я думал, о чем записать видос. Есть варианты записать обзоры на героев, никому не нужны, которые не наберут просмотров, потому что я до сих пор не снял обзор на механоид Альфа. Я не снял обзор, знаете, еще на кого? Не снял обзор на темного колдуна, но только на стриме о нем поговорил, по сути, когда прокачивал. Но, опять же, сегодня не хочу этим заниматься, потом по той причине, что, во-первых, битва гильдии, да, и обзоры эти снимаются на топовых аккаунтах, там важна защита, и если я буду туда-сюда шабуршать всем этим делом, будет не очень прикольно. Далее остается тунец, думаю, ну а что, точнее, яйцо, что с яйцом делать? Ну, два дня подряд видос выпускать, ну такое, вы и прошлый не особо посмотрели, ну и прокачивать дальше героев тоже, грубо говоря, скучно, да, там кого-то на вторую эволюцию вести. А он что-то так задумался, елки-палки. Во-первых, я вчера обмолвился в видео о том, что, ребята, надо основных героев прокачать им прорыв, потому что все герои пойдут на вторую эволюцию, всем героям предположительно будет прокачиваться 10-й прорыв. Но это, знаете, в моих голубых мечтах, да, я думаю, через какое-то время я упрусь в тот факт, что у меня будет не хватать ресурсов, все-таки это бездонатный аккаунт, это яйцо, играю без доната, кто вдруг не знал, есть отдельный плейлист, поищите там все выпуски по этому аккаунту. Ну и вспоминаю, что ёперный ты театр, а у меня знаете, что есть? А знаете, что у меня есть? А у меня есть 400 пыли, которые я почему-то не трачу на что-то там, откапливаю даже почти 500. Вот я реально сижу, не трачу, откапливаю, а их уже почти 500. И, знаете, с одной стороны, ну, от этой пыли ни тепло, ни жарко. Я не соберу никакого нового героя, да, там, донатного и прочего. А с другой стороны, ну, типа, а сколько еще ждать? Сколько мне еще все это дело копить? Ну, реально, реально бесполезно. Вот, давайте попробуем взять, паролить. Может быть, что-то, елки-палки, получится. Возможно, возможно, все-таки правильнее было бы реально подождать вдруг когда-нибудь в Парящем острове. Вот, где он, подарки. Парящий остров, ребята. В Парящем острове появится какие-нибудь донатные карты, еще что-то. Ну, а может и не появится. Потому сегодня мы потратим нашу пыль, посмотрим, что получится заработать на бездонатном аккаунте. Мы еще начнем прокачивать нужных героев на 15-й прорыв. Смотрите, это будет делаться вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот сюда заходим. Вот сюда, авто. Давай, 15-й прорыв. У меня 16 тысяч камней пламени. Ой, посмотрим, посмотрим, сколько останется. Ну и по пути будем тратить, конечно же, эту пыль, друзья. Пыль будем тратить по самой не хочу. Ну, ресурсы должны работать. А то у меня камни пламени валяются. Пыль не тратится, валяется. Это достаточно грустно. Но надо шевелиться, что-то делать с булками, пирожками. Вот, как-то их мотивировать на движение. Вот этим мы сегодня и будем заниматься. Тем более прокачаем силу. Не так много, как хотелось бы у нас силушка прокачается. Но, по крайней мере, смотри, отмечу. Вот сейчас тут... Оп, смотри, у меня красные камни закончились. У меня закончились красные камни. Вот. Ну, я думаю, что это не проблема. Это не проблема. Мы возьмем, не знаю, сколько сейчас. Ну, давай штук 300 этих коробок расчехлим. Вот так вот. Опа, мы тут... вроде какие-то самоцветы получили. Или нет? Не знаю. Ну, что-то мы определенно получили, друзья. Так, заходим. Ну, вот у нас уже 13-й прорыв. Давай улучшить. Воспламенение.
и авто. Да, вот сейчас у нас тут прокачается 15-й прорыв. Ну и по камням пламени. Хотя... Стой! Что-то уже перебарщивать начал. Короче, смотри. Да, 15-й прорыв есть. Дальше. Пошли в парящий остров. Ну, давайте, чтобы вам там было более-менее интересней. Я как бы, ну, за 400. За 400, друзья, пыли. Ну, нереально собрать что-то. Говорю, было бы, конечно, логичней. Было бы логичней взять и дождаться там, пока накопится каким-то невероятно чудесным образом, не знаю, пару тысяч пыли и попытаться выбить какого-то героя. Ну, ребята, а сколько еще? Год играть, да, чтобы пару тысяч пыли на бездонатном аккаунте накопилось? Я не знаю. Потому давайте уже будем тратить. Так будет у нас плюс 100-500 героев, которые, по сути, ребята, будут, знаете, там, такого героя будет по 50 осколков, такого будет по 60 осколков. Мы будем с этим жить. О, кстати, 1100 камней пламени мы набили. Давай-ка следующего героя апнем. Это у нас, конечно же, наш любимый, топовый, невероятный Феникс. Ну, короче, не знаю, но безвыходная ситуация. Да, логично, нужно копить. Нужно копить 1000, 2, 3, 4. Вот. На аккаунте тогда ролить, вот чтобы ты точно там какого-то героя забрал. Потому что если ты будешь каждый раз там накапливать по 200, по 300, по 400, по 100, будешь каждый раз их тратить, и там же постоянно в Парящем острове награды меняются, каких-то героев убирают, каких-то добавляют, и по факту ты за всеми угонишься, но, как говорится, никого не поймаешь. Вот это меня и ждет. Но, видишь, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Потому что, если, конечно, добавятся потом там дон-карты какие-то, да, то будет, конечно, обидно. Потому что, ну, там за 400 пыли есть шанс выбить дон-карту и оттуда какого-то героя достать. Короче, ребят, вот честно я вам скажу, не знаю. Вот, мне интересно ваше мнение, вот если вы в особенности играете без доната, Вот мне интересно, как вы поступаете в подобных ситуациях, или как вы поступили бы, вот, не знаю, тратите вы сразу, не тратите, или там вы откапливаете. Смотрите, у нас уже 169 тысяч, ребят, мы потихонечку, я не помню, на какой силе я сливал всех допов, ну вот, но тем не менее, сейчас мы приближаемся обратно к этой силе, и у меня-то большого количества допов нету. Слушай, и, смотри, уже третьего героя прорыв качаем, а у нас еще, ну, такое нормальное количество камней, 14 тысяч. Да, и сейчас прорыв прокачаем, попробуем пройти испытание, которое мы не прошли в прошлый раз, друзья. Так, 13 тысяч, 13, так, 14, 15. Давай, оп. Ла-лай-ла. Оп. Ла-лай-ла-лай-ла. Ну? Давай-ка. Все, сейчас 15-й будет. Да, 15-й. Замечательно. Ну и книг вроде должно хватить. Давайте возвращаемся в Парящий остров. Парящий остров. Сколько у нас там? Сколько у нас там еще осталось попыток? У нас еще нормально. Да, даже мастер рун не падает по 10. Ну, по идее, я надеялся, что там, знаешь, мастера рун как бы выпьем, да, там, осколков 50, а вдруг повезет 100. Ну, это нереально, конечно. Вот, ну а вдруг? Ну нет, ну это нереально. А он, походу, даже ни одного раза не упал. Ну, еще, конечно, эти ништяки сегодня откроем, да? Так, дальше, что у нас там по героям остается? Троих мы уже на 15-й прокачали. Снеговика, извините. Извините, прокачивать не буду. Давай, Фрэнки. Прорыв. Вон у нас, что я без защиты. Ему прорыв пригодится. Так, 4000 у меня книг. Сейчас еще двоих героев прокачаем. Короче, всех основных героев буду гнать на 15 уровень прорыва. Вот. Всех допов на 10. Ну, конечно, я думаю, что добра нам под это дело, к сожалению, не хватит. Я имею в виду именно ресурсов. Так, давай уже быстрее. Вы придумали бы вообще уже поводок, типа, вот там, качнуть на 15 уровень. Ты просто ставишь
выставляешь, какой уровень прорыва ты хочешь, и на этот уровень у тебя прокачивается герой. Ну и, соответственно, если тебе не хватает ресурсов, он у тебя на этот уровень не прокачивается. Было бы намного быстрее. Так, конечно, это все эпично, автоматически все это делается, но... Как бы так вот, друзья. Ладно. 14-й. Давай, все. 15-й готов. Есть. Дальше. Кто у нас идет следующий? Кого еще хочется? Ух ты, Фрэнки у нас 15-го. Так, ну, Анубиса потом. Потом, ну, грубо говоря, еще 4 героев нам надо долбануть-то, а? Давай прокачиваем. Воспламенение не можем сделать. Авто. Да, тут, конечно, сразу книжки начинают утекать. Потом я такой буду задумываться. Ой, книжечки-то заканчиваются. Вот. Ну, что делать? Ну, лежат ресурсы. Ну, надо их использовать, елки-палки. Конечно, когда играешь без доната, у тебя вот просыпается вот эта вот, знаете... Система хомячества, да, вот тебе хочется чувствовать себя хомяком, но опять же, ёб твою дивизию. Так, 13-1, 13-2, 13-3, давай, 14-й сейчас будет, опа, и 15-й. Слушай, ну, на самом деле, камней мы потратили достаточно много. Ну, хотя нет, немного, еще 11 тысяч. Но мы еще за счет парящего острова, там, пару тысяч по-любому. Ой-ой-ой-ой, все, хватит. 15-1, нормально. Давай еще Ронина сразу долбанем. И потом уже добьем попытки, я думаю, да, в парящем острове. Откроем ништяки. Мне вот просто интересно, после всех этих прокачек, сколько у меня ресов останется? Сколько у меня останется ресов? Так, 11-й прорыв. Та-та-та-та-та-та. Может быть, я смогу, вот сейчас прокачаю всем основным героям вот это вот все дело. И, может быть, смогу ёперный детятор долбануть испытание, да? Вот, фракционное, смотрительское. Так, 13-й прорыв. И нам, походу, останется еще где-то двух героев на 15-й прокачать. Ух, ресурсики заканчиваются. Уже сейчас будет меньше 10 тысяч скоро камней и пламени. Вот-вот уже будет меньше. Вот уже 9 тысяч. Все. Так, ну еще 2 героя. Ну давай, парящий остров, друзья. События. Собери сам новости. События. Так, парящий остров. 18 попыток, ребят. Я не знаю, я еще... А, ну хотя ладно. Я еще ни разу не видел, чтобы мне выпали осколки мастера рун. Все, у меня попытки закончились. Я теперь снова официально бездонатный бомж. Ну а что делать? Так, окей. А, давай смотрим, что у нас там по ништякам. Ну, знаешь... Вообще ничего интересного не выпало. Ну, ящик Валентина, это круто, мне нужны эти карты. Кстати, да, вот говоря о девочках, ну вот эти вот мне карты нужны. Вот мне эти карты нужны. Тут что нам может выпасть? Ну, книжки. Ясно. Так, давай двух героев добиваем. Два героя. Так, это у нас Фрея. Фрея определенно заслуживает. Давай. Оп, авто. Вот, смотри, ну, чуть-чуть выбили камней пламени, да, и у нас как бы снова больше 10 тысяч стало их. Ну, и они сейчас и уменьшатся. Ну, что тут поделаешь? Эй, бой! Эй, мэн! What are you doing? О! Смотри-ка, закончилось. Как так-то, а? Ну, хотя у меня еще их много открыть. Ну, давай еще штук. Не знаю, 200 откроем. Ну, или давай 250. Так, ну, а слушай, даже вот эта вот штука заканчивается. Я поржу, если у меня потом как-нибудь синие кристаллы закончатся. И я такой, уху, эбой, и все, и просвет не смогу прокачать. Не потом идти. Что? Мне чуть-чуть надо потом в садик идти. Да, тебе скоро надо будет в садик идти? Да.
А папе надо записывать видео? Да. Да, ты сейчас мешаешь? Зашла дочка. Тут мы заговорили о том, чтобы ребенок вернулся в садик скоро. Вот, у нас постепенно ограничения снимают. Связанные, ну, сами знаете, с какой болезнью. У нас сейчас в день там по 0 человек заражается, по 4 человека. И потому правительство снимает ограничения. Ну, посмотрим, не вызовет ли это какую-то вторую волну заражений. Не хотелось бы, мягко скажем. Так, Фрейва мы почти докачиваем. Ну давай уже 15-й прорыв. Слушай, еще значки почета не заканчиваются. Это тоже очень хорошо. Слушай, не так все плохо, я вам скажу, по ресурсам, потому что я думал, что уйдет намного больше. Все, давайте последний герой. Авто. И здесь тоже 15-й прорыв. То есть у меня еще, смотрите, у меня еще 8000 камней. Ну, где-то 7000 камней точно останется. И плюс мы там сундуки откроем. Ну, сундуков там мало выпадет. Там по 50 только падает. Но все равно, ребята, ребятушки, ребят, ребятулечки. Вот. Я прям, знаете, радуюсь. Я прям радуюсь, да? Вот. Почему бы и нет? Так, 12-й прорыв. Оп. 13-й прорыв, нормально. Оп. Давай. Сейчас будет 14-й прорыв. Есть. И сейчас будет, ребятушки, уже 15-й прорыв. Так. Есть. Давай, ура! Ура, друзья! Вот. У нас теперь вся основа прокачано на, грубо говоря, 15-й прорыв. Мы крутые. Даже тыква прокачана. Даже тыква, друзья. Вот. Ну, снеговик был прокачан по приколу. Так, ладно. Вы пишите в комментариях, кого следующего из этих героев прокачать. Сами видите, кто у меня тут есть на экранах. А мы сейчас перейдем на склад. Во-первых, посмотрим, что у меня тут осталось по... Почему? Так, по камням мне интересно, что у нас осталось. Камни, вы где вообще, вы где? Вы до героев были или после героев? А, вот, 7000 камней. Ну, допустим, давай. Ну, слушай, неплохо. Но, опять же, еще несколько героев основных прокачать на 15 уровень прорыва, и как бы все. И вису гаешь. Ну, ладно, 1500 я с шарика получу. Так, давай. Открываем. По 200, 300, 350. 500 книг, 600 книг выпало. Ну, такое. Так, это ерунда. Так, это тоже ерунда. О, божечки. О, мешок с эмблемой Prime 10 уровня. Интересно. Ну, пожалуйста, ну что-нибудь... Что-нибудь полезное, а? Рандом. Хотя это выживание было 10-е. Ну, слушай, неплохо для бездонатного аккаунта. Ну и отсюда 15, 20 этих карточек. Так, это мы открываем, да. Ну, с кулаками у нас проблем нету. Еще даже вот эти вот сущности мастера есть. Вот, так. И... Что у нас по силе получается? У нас 178 тысяч силы, ребятушки, на минуточку. Мы так нормально, 1010, наверное, прокачали. Вообще, мы вообще молодчики. Но тут у нас ничего не доступно. А почему? Когда мы сможем прокачивать? Так. А, надо 190 тысяч силы, да, чтобы в следующий раз я уже мог что-то прокачивать. Надо 190 тысяч силы. Ну что, пошли теперь немножечко. И так, я понимаю, видео длинное. Ну а что тут поделаешь? Пошли немножечко протестимся. Ну так вот, прорыв основным героем нам поможет? Или нет, улучшить? А, здесь я не могу улучшить. Так, древние испытания. Испытание 27-е. Подожди, я тут не знаю, какие у меня герои. У меня как бы и... У меня тут все не совпадает. Ну, давай вот так вот. Вот так вот. И, допустим, вот так вот. Не знаю, тыква разгонится, не разгонится.
Тыкву, суки, убили самой первой. Да, тут что-то явно не хватает триантика. Но триант у нас без второй эволюции. Я не помню, тут надо было здание ушатать в первую очередь или героев. Ну, вроде героев надо было ушатать. Смотри, ну что-то вроде, мы почти тут как бы всех ушатали, но мне что-то подсказывает, конечно, что полностью всех у нас ушатать не получится. Тут какие-то злые... Хотя тут герои это говно, ну реально, посмотрите объективно, кто тут остался? Череп в 2020 году. Ледяной дьявол. Два черепа, ледяной дьявол. А вот в кого мы уперлись, вопрос, конечно. В кого мы там уперлись? И в того, у кого... А, мы в двух героев уперлись. Одного забрали. Вот. Остальные не забираются. Ну, слушай, что-то как-то мы тут держимся вроде. Да, тут именно героев надо... А, все. Изи, если череп сейчас всех не положит, я не знаю, по какой причине он, конечно, должен это сделать. А нет, смотри, подожди, кто там побежал? Все, мы прошли. Видите? Видите, ребята, что делает? Что делает невероятный прорыв, да? Вот прокачали основу. О, тут, слушай, мне тут надо подбирать, наверное, команду, да? У нас не та фракция. Ну, давай, не знаю. Вот. Так вот. Подожди. Вот так вот. И вот так вот. Ой, блядь, сразу половину героев нахер просто. Просто бой. Так, ладно, понятно, надо красную фракцию подобрать. Значит, мы, в принципе, выбираем белую. Так, и надо красных героев сюда повставлять, да? Допустим, Арес. И еще один какой-нибудь красный. Типа ведьма. А, ведьма, окей, у нас красная. Ну, давай посмотрим сейчас. Абсолютно такую же высадку сделаем. Ну, абсолютно такой же результат. Абсолютно такой же результат. Нам дали люлей. Подожди, ну давай. Давай мы попробуем. С другой стороны. Я помню, раньше там супер тактики были. Там героев выманивали. Что только не делали. Ну давай вот так вот. Сразу тыкву убили, вы понимаете? Просто моментально тыкву убили. Почему именно тыкву? Не, ну у нее понятно, у нее нет уклона, но все равно, блядь. Понимаешь? Нам же надо хоть чуть-чуть-то разогнаться. Да, недолго Саша радовался. Просто моментально вырубают героев. Моментально. А тут без тыквы даже и суваться нечего. У меня вот тыква вообще ожива есть. Ну да, мне кажется, на сегодня мы заканчиваем наше видео. Вот, надо бы трианта прокачать когда-нибудь. Ну да, ну ожива стоит. Ну чё-то как-то, друзья, стоит. 178 тысяч сил. У всех все стоит, а у меня не проходится. Огромнейшее спасибо тебе, мой друг. Если ты досмотрел это видео до конца без перемотки, спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Отдельное спасибо ребятам, кто оформляет спонсорские подписки. Ваша поддержка как никогда важна. Всем удачи и пока.